Многие написали мне, что здесь новое место силы в Крыму. И вот почему я с этим согласна. Начиная с 1990-х годов проходила постепенная масштабная реконструкция главного храма Алупки – Архангела Михаила. А недавно состоялись два открытия. В августе 2024 года торжественно открыли храм с восстановленными росписями, интерьерами, а в сентябре состоялось торжественное открытие благоустроенной территории вокруг храма, которая является его гармоничным, эстетичным дополнением. На территории вы увидите стенды, как было ранее, и воочию убедитесь, как стало красиво сегодня. В церемонии открытия принимали участие президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Крыма Сергей Аксенов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, владыка Нестор Даненко и многие другие. Обновленные фасады храма и служебных зданий, потрясающие росписи внутри храма с уникальными мотивами. На территории амфитеатр для проведения культурных мероприятий, обустроена парковка. Изюминкой Алупкинского храма являются потрясающие видовые беседки, качели, места для отдыха и умиротворения. Смело выбирайте Алупку теперь для путешествия на целый день и начинайте свой путь с храма Архангела Михаила. Об истории этого храма я подробнее рассказала в описании к видео.